Ой. Ой, бляха. Оу. Степе. А, Зуха. Кому-то кажется... Оу, кому-то кажется не понравилось, блин, то, что я сейчас сделал. Иди сюда. Сюда, сука. Но у меня есть кусок мяса. Он меня будет дразнить теперь, я так понимаю, да? А знаешь что, давай мы сейчас обманем его. Давай. Давай, иди сюда. О, отравление! О, это меня отравили? Ну, а перед началом данного видео, дорогие зрители, хотел бы рассказать вам об одном знакомом мне сервере. Raptor Survival. Этот проект основан на игре The Isle. Его целью является приятное времяпровождение в доисторическом мире для разной аудитории. Будь то любители ролплея или же мастера сражений. Главным принципом является то, что на сервере царит равноправие, кем бы ни являлся играющий – админом, ютубером или обыкновенным игроком. Данный сервер может предложить для вас интересные и необычные ивенты, уникальные календарные события, призы и подарки. Адекватная администрация старается всячески развивать сервер, всегда приходит на помощь и терпеливо отвечает на все возникающие вопросы. В их дискорде часто можно увидеть предложения или голосования как от игроков, так и от админов на различные темы, изменения в правилах, выбор ивентов или новые предложения от участников. Если у вас есть интересные идеи, то можете, не стесняясь, предложить их в определенный канал. И пускай вас не оттолкнет небольшой онлайн, этот сервер недавно начал свой путь. Приходите, надеюсь, вам понравится. Все ссылочки на сайт и название сервера, на их Discord я оставлю в описании под видео. И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и у нас в эфире Path of Titans. Давненько я для вас не снимал серии по этой игре. Недавно у нас было обновление, не ори так, пожалуйста. Было обновление в этой игре, и нам добавили Метриакантозавра. Наконец-то я выговорил его название, я боялся ошибиться, 150 раз я это делал перед записью. Так вот, короче, у меня скин и все прочее уже цвет настроен, не буду там лазить. Скажу так, что да, был совсем еще недавно патч, прямо буквально сегодня. Вообще с приходом этого Дина нам добавили, короче говоря, скажу проще. Этот Дина умеет вообще... отравлять ядом своих соперников. Да, может пускать яд в них, вот, при укусах. И, короче говоря, появились эффекты кровотечения. Да, тоже довольно-таки интересно. Напоминает такого ютараптора и чем-то мегалозавра. Да, ну, кстати, скажу, что... Так, давайте мы сейчас с вами подключимся, вот, а там дальше я вам чуть еще расскажу. Вообще, по идее, вот эти диносы, они жили 155-165 миллионов лет назад. Наверное, наоборот, 165-155 миллионов лет назад. Вот, и это, конечно же, терапод, мать его, хищник. И прямой потомок... Ну, как правильно сказать, подрода, рода, короче, прямой потомок мегалозавра того же самого. Вот, так, что я хотел? Что я хотел? Да, я сначала же хотел поорать. Это крик лошади. Это двоечка вообще непонятно что. Оу. Да ты страшен, да, действительно. Тебя услышат, наверное, я не знаю... за 100 километров твои крики, особенно когда будет нужна помощь. Да. Просто типа, знаешь, такой... Ха! Выдохнул. Ха! Помогите. Так. Короче говоря, смотри, у нас есть укус. Как челюстью, так и вот такой вот типа поёвочка, захват когтями. Ох, как я хочу уже это все попробовать на какой-нибудь жертве. Надеюсь, сейчас мы найдем
какого-нибудь Диноса, да пофигу, даже если свой подвид найдем, мы будем всех убивать, травить и посмотрим, что у нас будет происходить. Так, а еще я заметил, что на карте у нас что-то, что найти, Шартут Марш. Найти локацию Шарпут Марш. А, блин, что это нафиг за локация? Ну, давай попробуем прийти туда, поискать, где это нахрен находится-то. Ну, а пока я тут шел, короче говоря, я тут подумал, слушай, насколько мне нравятся звуки вообще в Path of Titans, они очень хорошо проработаны, и освещение... Чего? Чего? Стоять. И освещение, мать его, оно здесь на высоте, блин, тени, блики от солнца... Посмотри, даже на деревья. Это я к чему говорю, то что сейчас я немножко подзавязал The Isle, вот, с его, с непонятными какими-то патчами, обновлениями. Я знаю, что там они боролись с китайскими серверами, но сейчас я знаю, что хочу. Мне насрать, что он АФК, реально. Оу! Ого! Так, отравление-то будет интересно? Здорово, Спиноч. Мне все равно, что ты тут забагованный стоишь и все прочее. Блин, нет, ну стой. Ну, кровь, конечно, прикольно сделана. В смысле того, вот когда ты его... Блин. Когда ты его кусаешь, посмотри, такие брызги, да? Это здорово. Но разлетаются, блин, просто огромные куски засохшие какой-то... Плоти, или что это? Плоть от него отлетает? Ну, короче говоря, сейчас я добью этого грёбаного. О, спинозавра! О, тихо. Стоять. Ой. Ой, бляха. Оу. А? Степе. А, зуха. Кому-то кажется... Оу, кому-то кажется не понравилось, блин, то, что я сейчас сделал. Иди сюда. Иди сюда, сука. Так. Отлично. Слушай, отравление есть? Отравление? Я его отравил? Вообще, как травит мой динозавр других? Оу, нихрена себе! Ёперный театр! Ух, нихрена себе, он мне... Слушай, он мне пол хпшки снес сразу за раз. Тихо. Иди сюда. Иди сюда, тварь. Не-не-не-не! Я представляю, как было тому обидно спинозавру, да, а теперь мне, блин, обидно. Так, короче говоря, нахрен, мы отправляемся опять в то место, куда мы должны были дойти. Блять, что такое? Что за неудача? Сервер... Перестарт сервера через 10 минут. Псина. Так, короче, мы, я думаю, сейчас доберемся до того нахрен места... Что еще за подлагивание, мать его? Летающие бабочки. А, ладно, короче, давайте попробуем добежать до этого места. Шарпут Марш. Я не знаю, нахрена надо туда идти? Это что, типа квест, что ли? Типа надо выполнить? Какие-то задания появляются в Path of Titans? Сори, не понимаю. Так, стопы, аккуратно. Я заметил, что... У Метрия Кантозавра, у него вообще офигенная стамина. Да, вот, то есть я уже столько пробежал, я не стал этого снимать. Большое-большое количество, не знаю, метров-километров. Я, блин, спидометра у него не установлено на заднице. Но я пробежал довольно-таки много, и стамина, посмотри, она вообще даже не это самое, не кончается. О, ну как всегда, Sky занесло в самые дебри, и как отсюда нахрен спускаться без перелома ног, я, если присесть, тихо, да ты живучий сукин сын, ты мне нравишься, да, короче, ладно, бежим по прибытию на месте, наверное, включимся, сейчас, погоди, стой, может, сейчас мы кого-то тут зацепим, увидим. Лошадиный крик. И ни хрена никого. Короче, ладно, поперли. Ой, ёпт.
У нас тут одни преследования, слушай. Я скажу, что, блин, Метрия, он вообще не водоплавающий динозавр. Блин, стамина у него тратится капитально. Когда ты переплываешь что-нибудь, какую-нибудь речку или озеро, то посмотри, стамина вообще резко просто угасает, и, блин, если я буду в воде где-нибудь, не знаю, убегать от Зухамима, то, сори, все, мне не повезет. Блин, слушай, меня бесит вот этот вот товарищ. А он знает, что по воде и у меня передвижения никакого. Не знаю, я там пати кому-то накидал, просто тупо зашел в тап и, блин, не стал писать в чате, и просто зашел, нажал тап и накидал пати всем подряд. Кто-то меня добавил, кто-то прямо упал с этой со скалы, блин, из моего пати. Ну что же, ну ты будешь моей, наверное, жертвой. Конечно, при таком крике меня особо никто не услышит. Помощи не ждать, я чувствую. Но у меня есть кусок мяса. Он меня будет дразнить теперь, я так понимаю, да? А знаешь что, давай мы сейчас обманем его. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой! Фук! Не-не-не-не! Ой, да что? Ты твою мать, да ты что, ты охренел, что ли? Да, тактика не удалась. Да, ну конечно, я там протупил, блин. Сначала решил присесть и восстановить стамину, а потом думаю такой, дай-ка я сейчас его обхитрю, да я сейчас такой типа поздороваюсь, ага, хрен там прокатило. Он меня просто сразу вырубил, переплыл спокойно, ну конечно, у него и, наверное, я думаю, что сила удара больше. Там кто у нас был? Стрекозавр, да? Поправьте в комментариях. Тут такой неопытный Дина еще вышел, который всего лишь вырубил какого-то сраного АФК с этого самого спинозавра, да? Ну ладно, окей, окей, я пока согласен на все практически, но долго я этого терпеть не буду нахрен. Да, конечно, пока что в этой игре настолько все мертво, что, знаешь, в Path of Titans можно заходить ради того, чтобы хотя бы поизучать для начала, как будут выглядеть динозавры, поизучать боевку, не знаю. Но, блин, меня еще вот этот чат уже задолбал, постоянно вылезает, я его выключил. Вот, но какого-то сурвайвала здесь пока что, ну не знаю. Ну если только собраться пати со своими друзьями, то это будет интересно. Но так как вот я сейчас тут хожу один и здесь сидят вообще одни англоязычные игроки, да чтоб тебя закрыться. Это как-то не очень. Я особо... Тихо! О, ты живучая гадина, слушай. Слушай, он подобен, наверное, Ютараптору, да? Да, уберись отсюда. Подобен Ютараптору, он спрыгнул и, в принципе, никаких переломов, и ничего, мы даже хп не потеряли с вами. Ох. Ого. Фикс. Найс. Мило. Так вот, о чем я? А, ну да. О том, что пока что, наверное, мой совет — играть пока в The Isle. Вот. А потом уже, когда Path of Titans будет полностью готов, можно будет потихонечку перебираться и сюда. Но это пока мои такие первые мысли из всего того, что я увидел. Наверное, за долгое время. Сейчас меня закидают тапками сразу те, кто обожает Айл. Я против Айл ничего не имею в виду. Нет, честно, Path of Titans достойная будет игрушка. Так, а что мне надо? Мне надо, наверное, сейчас знаешь что? Мне надо, наверное, под конец кому-нибудь найти и нахрен загрызть. АФК спинозавра будет не в счет. Ух, бесподобный крик. Так, по-моему, я нашел себе отбивную. Что у нас там лежит? А что это у нас тут отдыхает? Оу! Чё? Здорово! А чё это тут, мы межвидим, что ли? Я чё-то не понял. Чё, ну-ка давай-ка, иди сюда нахер. Иди сюда. Иди сюда, сука.
Я говорю, иди сюда. Давай. Иди сюда. Ублюдина. Я вас за межвид-то знаете, что сделаю, ага? Админов нету. Ой, я буду следить за место админов. Отравление. Это я ему отравление? О, щет, посмотри. Ох, он истекает кровью, посмотри, как идеально-то было. Тейк, иди сюда. Иди сюда. Я надеюсь, сейчас травоядный не врубится за вот этого вот господина. Иди сюда. Блять, тут сервер рестарт через 59. Да какого хрена травоядные лезут на меня? Вы чё, охренели, что ли? Не, реально, это межвид. Нет, ну слушай, в натуре, это чё за нафиг? Ага, давай, внюхайся там ещё в меня. Чё ты там решил унюхать во мне? О, боже. Фух. Это трэшово, ну... Сука, Я отомщу им всё равно. Ладно, ребятки, короче, кому понравилось, пальчик вверх, подписочка на канал. Path of Titans, боже, простите, Path of Titans еще будет на канале.